на кадры из этого тракторного завода, из которого мы вот, товарищ Ломакин фотографировал тоже, было наложено некое поэтическое произведение, автор которого я, называется «Наемный работник». Называется «К наемным работникам». «Наемным работникам». Deci, despre aceste imagini ale căror autor se plătește Lamarckin, pentru un prezent, care au fost fotografiile de la uzine, Vadim a suprapus un text a lui personal care se numește Către muncitorii angajați. Ну, в общем-то, что вышло, в вашем внимании представляется. Ceea ce a ieșit, o să vedem acum. Mm-hmm.